Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 5 сентября. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Звездное скопление Плеяды скроется осенью рано, к раннему снегу. Обилие грибов в лесу предвещает бесклевье рыбы. Рыба не клюет при сильном холодном дожде. А какая же погода ждет нас завтра, 5 сентября? Сейчас я вам об этом поведаю. Четверг выдастся дождливым. Как-никак осень на дворе. В деревне Теплушка Вяземского района Смоленской области плюс 11. За окном красота. Все вокруг в золотой окраске. Только вот прохладно. Долго не погуляешь, не насладишься. В селе Теплая речка из Морского района Кемеровской области плюс 22. Вот так погода. Лето точно не хочет покидать сельчан. В селе Теплые Ключи Иланского района Красноярского края воздух прогреется до 20 градусов. Сибирякам везет. Такая погода в сентябре – редкость. А впереди и вовсе температура повысится. В селе Тепловка Симферопольского района Республики Крым плюс 28. Язык даже не поворачивается такую погоду осенней назвать. Настоящее лето. Ну что поделать, бархатный сезон в разгаре. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!